долгие годы правил Рабар II народом Миртаны. Он победил всех врагов своего королевства. Всех, кроме одного. Война против орков разгоралась с новой силой, и каторжники Миртаны платили за это высокую цену. Армия короля нуждалась в оружии, и каждый, кто был повинен в преступлении, неважно, сколь серьезным оно было, искупал свою вину в железных рудниках Хариниса. Дабы сделать для них невозможной саму мысль о побеге, король поручил лучшим магам Миртаны сотворить барьер, окружающий долину. Я был одним из них. Мы направили всю свою силу на создание магического щита, но что-то нарушило привычный ход заклятия. Мы стали пленниками своего собственного творения. Все рудники Хариниса отныне оказались во власти каторжан. У короля не было выбора. Ему было нужно железо. Год за годом королевство давало каторжанам все, что они требовали. Год за годом взамен каторжане приносили к барьеру руды. Так было до сегодняшнего дня. Обычный каторжник, которого привели к скале на краю долины. Он не знал, что ждет его впереди. «Именем короля Рабара II я приговариваю этого каторжника к...» «Остановитесь, каторжник! У меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу Круга. Ты зря тратишь свое время. Ты можешь выбрать любую награду. Тебе дадут все, о чем ты попросишь». «Что ж, хорошо. Я возьму письмо. Но на одном условии. Избавь меня от его болтовни». «Как ты смеешь?» «Молчание! Отправляйте его!» «Добро пожаловать в нашу колонию». «Довольно, хватит. Оставьте его. А теперь убирайтесь! Вставай!» «Меня зовут Диего. Я не хочу знать, кто ты такой. Ты только что появился здесь. Я присматриваю за новичками. Это все. Если ты хочешь пожить еще немного, тебе придется поговорить со мной. Но, конечно, я не собираюсь мешать тебе покончить с собой. Так что ты думаешь?» «Я благодарю тебя за помощь». «Это твое решение. Рад был познакомиться».
Пока меня не впутали. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Держи это при себе. Дай мне пройти.
Thank you.
Что ты здесь делаешь? Я уже сыт по горло старым лагерем. К тому же у меня возникли проблемы с ребятами Габеза. Это было так давно. Теперь уже, наверное, никто об этом и не помнит. Но я по-прежнему здесь. Если спросишь меня, то, по-моему, в старом лагере слишком много тупых болванов. Что ты здесь делаешь? Гости не часто забредают сюда. Ты хитер, раз уж сумел отыскать мое укрытие. Что ты здесь делаешь? Эй, ты! По-моему, я тебя здесь еще не видел. Правильно. Я только что сюда попал. Будь осторожен. Снаружи довольно опасно. Спокойно себя можно чувствовать только в лагере. Покажи мне. Привет, парень. Покажи мне. Хорошо. Мы... Ты не должен верить, не хотел бы я оказаться... Предположим...
совсем, что говоришь людям? Если ты кто? Думаешь, ты не должен верить всему. Больше этого не случится. Берегись. Ты не должен верить всему, что слышишь. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Ты не должен верить всему. Я хочу... Это точно... Диего сказал. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Я похоже, назревают проблемы. Я готов. Почему? Я больше не слушаю всякую трепотню. Похоже, назревают проблемы. Я не хочу в это. Я больше не слушаю всякую трепотню. И что? Он мы прежде всего. Что нужно знать для того, чтобы присыть? Если больше этого не случится. Что? Начни с Фингер. А ты? Я больше не слушаю всякую трепотню. Ты должен следить за тем. Больше этого не случится. Видишь? Береги себя. Если ты пока меня не впутали. Люди все больше не мои проблемы. Вот и прав. Убери оружие! Люди всегда болтают. Это точно не мои. Некоторых людей ничего не учат. Похоже, пока меня не впутали. Ты не должен переступать этот порог до тех пор, пока не получишь разрешение от господина Кариста. Я ищу верховного мага Круга Огня. Это Кариста. Зачем он тебе нужен? У меня письмо для верховного мага Круга Огня. Ты гонец из внешнего мира? Да, один из магов дал мне это письмо, прежде чем меня забросили в колонию. Покажи мне это письмо. Вот оно. Это письмо адресовано Ксардосу. И что в этом такого? Ксардос оставил служение Инносу много лет назад. Он ушел отсюда и посвятил свою жизнь черной магии. Он живет в башне, в центре земель орков, и занимается только своими исследованиями. Он сказал, что выяснит сам, что пошло не так при возведении барьера. Жди здесь, я скоро вернусь. Что-то не то в этой истории. Скорее всего, ты прав. Веришь кому-то, и в результате попадаешь неприятности. Это точно не моя проблема. Так всегда и бывает. Кариста был в полном восторге. Он сказал, что ты можешь встретиться с Торосом и выбрать себе награду. Каждый раз одна и та же история. Увидимся. Ты не должен верить в... Пока меня не впутали. Это было не слишком... Мне бы пригодилось... Правильно. Как дела на магическом фронте? Не твоего ума дело. Я больше не слушаю всех. Давай поговорим о чем-нибудь еще. Эй, ты! Тебе! Эй, ты!
что ты здесь делаешь? Тебе здесь нечего делать. Убирайся. Похоже на... Каждый раз одна и та же... Может быть... Держись. Лучше ни на что не отыкаться. Я не хочу в это ввязываться. Убери оружие! Ему хватит. Те времена, когда все было совсем по-другому. Пока меня люди всегда болтают. Ты не должен верить всему. Я думал, это выяснили. Это было не слишком умно. Я вообще не слушаю. Слишком умно. Были не умно. Похоже, ты хорошо знаешь свое дело. Пока еще никто не жаловался. Да и... Как дела? Может, я еще... Вот. Мне нужно... Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Пока меня не видят. Люди всегда. Ты не должен верить всему. Это точно не моя проблема. Веришь кому-то, и в результате попадаешь в неприятность. Как всегда и бывает. Полная чушь. Ты собираешься напасть? Молодец! Я больше не слушаю, всякую не подниму.